Новоуральске стартовал конкурс рисунков ко дню рождения города. Принять участие могут дети и подростки. Заявки принимаются до 29 апреля 2022 года. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте. На Среднем Урале отказались от QR-кодов. Как сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, QR-коды уже не актуальны, так как большая часть взрослого населения привита. Первоуральские подвели итоги обсуждений территорий, которые претендуют на благоустройство в 2023 году. Первое место заняла аллея на улице Ватутина от проспекта Ильича до улицы Гагарина. Второе – парк ДК имени Ленина. Третье – территория возле жилых домов около стадиона «Огнеупорщик». Эти территории примут участие в рейтинговом голосовании, которое пройдет с 15 апреля по 30 мая 2022 года. Более 48 тонн мясной продукции проверили специалисты Роспотребнадзора в 2021 году. Забраковали почти 9 тонн. Причины – несоответствие требований по показателям качества, нарушение правил маркировки.